Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня мы распакуем вот такую вот маленькую посылочку. Здесь мелочевка, буквально 1 бакс, а даже здесь указано 0,68 бакса, ну 68 центов. Не знаю, 68 или нет, но стоит вообще копейки. Может быть, действительно и так. Что здесь? А здесь просто элементарные вещи для того, чтобы можно было в 220 подключить как можно быстрее лампочку. К примеру, вам нужно проверить вот такую вот лампу, работает она или нет. И чтобы не лезть вам к, например, ваш там ночник, торшер, люстру, то просто-напросто берем, вот так вот вкручиваем и включаем. Ну, естественно, в розетку желательно бы еще. Как минимум, вот так вот. Ну, или... О, оле, работает, как вы видите. Но лампочка, кстати, вот эта вот хреновая, не обращайте внимания, мерцание, это китайские лампы, никогда не берите такие, они будут нехорошие, вредны для вашего здоровья, для вашего зрения и в целом для восприятия внешнего мира, под каким производится освещение данной лампы. Так что никогда не берите такие лампы. И, например, вам нужно, чтобы поработала лампа. У вас нет времени, нет возможности там фонарика или еще что-то. Ну, вам нужно какое-то минимальное освещение от 220 вольт. Все, пожалуйста, купили там за 1 доллар вот такой вот адаптер и подключили лампу. Лампу практически с любой люстры вы можете взять, подключить в любую розетку, где вам нужно. Например, у вас в одной комнате есть свет, в другой что-то случилось и его нет. Ну, это все элементарные вещи. Вы сами понимаете, что и для чего. Это один, это второй. Давайте проверим, работает ли он второй. Да, все замечательно. И там, и здесь полный порядок. Ну все, вот такая распаковка была по параметрам. Ну, я даже не знаю, ледовские лампы, по крайней мере, выдерживают. А дальше смотреть нужно, я в большей степени только для этого и покупал. Ну, я думаю, если вы сюда 100 ватт подключите, ничего с ним однозначно точно так же не случится. Ссылки на такие вот адаптеры я оставлю в описании под этим роликом. Всем, кому данное видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Вот такие вот большие пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь такая вот тема ламп, я думаю, может быть интересна многим. И да, не забывайте о моем втором канале. Там выходит много интересных видеороликов и тестов. Плюс канал в Telegram. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.